кресты. Не надо. Но мне 5 лет. Ядно. В прошлый раз двое ходят, просят, а пятеро по дворам шарятся. Ой, уже все набили. Великий. Это не такие, по другим нет, никто не работает. Великий. У нашей мамы у нас 10 детей. 10 детей. И однако никто не ходил, не просил. Вовремя как успели. Так, велосипед у тебя есть? Да. Быстро на велосипед туда. У тебя дома-то своего нету? Держи. Нет, это ему дать надо. Надо все засунуть. Алло. Ты никуда не отходите, по дворам давай сюда. Отключай. Видишь, куда заехать? Ни раньше, ни позже. Это же как будто расчет какой был. Там еще кто есть или нет, надо узнать. У тебя двор, дом-то не закрытый, цыгане появились, по дому будут шариться. Иди. Иду. У вас все время открыто, иди, вот приехали. Угу. Накорми, напой, это хорошее дело. Видишь, где нашли дорожку сразу? Один просит, а пятеро по дворам в это время шарятся. У нас по-другому никогда не было, всегда. Заканчивалось то, что приезжает милиция. Откуда? Он сам не знает откуда. Откуда приехали-то? С той стороны вот деда. По надлиге я вперед не был, потом к линии вижу, линия появилась. Ну вы вот ну, езжайте. Прямо вы, да, да. Ну все, спасибо. По накатанной главной езжайте. Вот по накатанной дороге. Там никуда сейчас остановитесь, там пошли хлеба вытащить, все. Он будет 100 лет шариться, вот так, но дня работать не будет. Не снимай! Вот ребятишки здесь. Так, ну отойди в стороночку, не мешайся. Ну какой вредный. Вы еще говоришь, где Бога веришь. А сам еще делаешь. Хорошее дело. Ага. Грешный бедный. А до трассы сколько километров? Давай, милый, давай! На весь табор, хватит одеться! Так, держи. Дал бы нам хоть денежки, хоть сколько-нибудь. Видишь, он помогает хорошо. Спасибо. Еще лучше. Помидорчик надо было дать, второй помидорок. Ребятишка. Они вон оттуда приехали. То есть они ехали вот так.